Ну вот здесь есть россыпи ниток. Мне непонятно, что здесь написано. Очень похоже на хлопок. Нитка состоит из нескольких нитей. Вот гордон. Оу, гордон. 50 грамм, 20 бат. Вот расцветки разные. Можно повыбирать. Ну вот мне понравилось больше вот эта все-таки нить. Вот. Восьмерка. Номер 8. Такие есть тоже, тут несколько разных цветов. Написано, что сделано в Китае, и больше ничего. Попробую взять. Ниточки марки Лили. Гордон. Ол Гордон. 50 грамм. Расцветки тут разные есть. Но состав не написан. По крайней мере, на английском. Есть только Made in China. Это произведено в Китае. Стоит 20 бат. Вот еще раскопалась пряжа. 25 бат стоит. Два моточка. Написано все на тайском. Но я вижу, что произведена она в Китае. Made in China. Для детей. Я думаю, что это... Может быть, и детям играть. Не думаю, что это для рукодельниц. Но я пока такую покупать не буду. Потому что я не вижу, из чего она сделана. Хотя цвета красивые. Вот еще ниточки откопались. Тоже очень яркие и красивые цвета. Но нитка скорее пойдет для шитья. Она очень тонкая. Поэтому я не смогу ее купить сейчас.